Успешный адвокат Ольга Однодворцева говорит, любит свою профессию за возможность помогать людям. Она проводит бесплатные консультации для малоимущих и инвалидов, хотя сама ходит на костылях. Я считаю, что я приношу пользу людям и получаю удовлетворение от своей работы. В Самарском регионе проживает больше 230 тысяч инвалидов. И у них должны быть все возможности для комфортной жизни. За два последних года в регионе с учетом доступности для инвалидов оборудованы почти 170 объектов. Бесплатно люди с ограниченными возможностями здоровья получают технические средства реабилитации. Предусмотрена и психологическая помощь, и санаторно-курортное лечение. Продолжится и реализация программы «Доступная среда». Многие годы действует программа «Доступная среда». Могу сказать, что по оценке федерального министерства Самарский регион один из лучших, который реализует эту программу. На торжественной церемонии памятный знак «Куйбышев – запасная столица» и флаг Самары вручили Самарской областной организации Всероссийского общества слепых. Вы делаете все для того, чтобы радоваться жизни, радовать всех тех, кто рядом, и делать подвиги во благо города и благо Самарской области. В Самарском регионе в этом году создается федеральный регистр инвалидов, что даст возможность лучше понимать ситуацию и контролировать качество услуг по реабилитации. Марина Кравцова, Константин Головин. События.